Объекты эксплуатационной инфраструктуры можно просмотреть в приложении «Активы». В приложении ведутся такие данные, как паспорта объектов инфраструктуры, данные о фактическом состоянии и взаимосвязи объектов на физическом и логическом уровне. Для просмотра объектов инфраструктуры по предприятию необходимо перейти в приложение «Активы». Для этого, находясь на экране «Центр запуска», нажмите на приложение «Активы» в панели слева. Либо выберите «Перейти к «Активы, активы». Нажмите клавишу Enter для вывода полного перечня объектов. Для пролистывания списка объектов воспользуйтесь клавишами навигации. Для удобства поиска используйте фильтрацию. Введите параметры поиска в соответствующее поле. Например, введите название или его часть в поле описания, затем нажмите клавишу Enter. Система выведет список объектов по указанным параметрам фильтрации. Поиск необходимых объектов возможно выполнить по нескольким параметрам. Например, отфильтруйте список по описанию, модели и ТРА. Введите данные и нажмите клавишу Enter. Система отфильтрует перечень объектов по нескольким параметрам поиска. Таким образом, комбинируя условия выборки, список сокращается до необходимого количества объектов. Для перехода к карточке объекта нажмите на его запись. После перехода откроется вкладка «Актив», в которой отображаются основные характеристики и другая информация из паспорта выбранного объекта инфраструктуры. Вкладка «Актив» содержит в себе следующие поля. Уникальный номер объекта, наименование, дорога, модель объекта, его положение, а также спецификации. Для вывода всех спецификаций нажмите на кнопку развертывания справа. Перейдите на вкладку «Паспорт актива». В данной вкладке отображаются дополнительные характеристики выбранного объекта инфраструктуры. Во вкладке «Объекты» отображены границы ответственности, в которых лежит выбранный объект инфраструктуры. Для просмотра взаимосвязанных объектов инфраструктуры следует выбрать вкладку «Взаимосвязи». Для более подробного просмотра информации о взаимосвязях нажмите на значок треугольника слева от названия исходного объекта. Во вкладке «Характеристики актива» доступна информация о фактическом состоянии выбранного объекта. Выберите необходимые закладки для ее просмотра. Подведем итоги. Таким образом, мы рассмотрели переход к приложению «Активы», поиск необходимого объекта с помощью фильтра, а также просмотр карточки объекта и его характеристик.